Сейчас главная льгота, за которую долго боролись, это то, что до 31 декабря 2025 года освободить от НДС приобретение электромобилей. Это, напомню, 1/5 его стоимости. Это довольно существенная скидка. Вот. Кроме того, будет стимулироваться их производство, поскольку освободят от налога на прибыль предприятия до 2033 года, до конца 2033 года, те, которые будут производить комплектующие для электромобилей. Это литий-ионные аккумуляторы, литий-полимерные, зарядные устройства и прибыль от их реализации, оснащенных электромобилей. То есть у производителя будут довольно серьезные налоговые льготы для того, чтобы их производить. Соответственно, если они производят их с такими льготами, это определенные предпосылки для того, чтобы и продавать их, собственно говоря, дешевле, нежели сейчас.